Сегодня Международный день счастья. Каждый понимает это слово по-разному. В столичном детском саду номер 146 по этому поводу устроили целый праздник. Педагоги и дети решили, что сегодняшний день будет особенным. Прямо с порога звучали добрые пожелания гостям. А ими были жители микрорайона по улице 9-й пятилетки. Для них работали 5 площадок, на которых проходили мастер-классы. Это повод для того, чтобы еще раз вместе с детьми сделать какие-то и не только праздничные мероприятия, но и посмотреть мастер-классы. Дети с самого раннего возраста учатся что-то делать, творить собственными руками. А это очень хорошая возможность развиваться детям дальше. Вот такие у нас. У Оксаны Крыловой в этот детский сад ходит уже второй ребенок. Именно в этот день счастья, я хотела бы пожелать всем счастливых и солнечных дней, а также сказать большое спасибо администрации города, руководству республики за то, что уделяет такое большое внимание вопросам дошкольного образования. Детский сад «Петушок» – это целая творческая лаборатория. Здесь реализуется долгосрочный проект «Город мастеров», в рамках которого сами дети, их родители, да и просто жители микрорайона могут знакомиться с людьми, которые много делают для развития столицы. Как отмечают в детском саду, главная цель этого проекта – привить юным горожанам любовь к родному городу. Праздник счастья – тоже часть проекта. Ведь что такое праздник счастья? Это счастье, когда мы делимся друг с другом улыбками, хорошим настроением, даже письмом счастья. Поэтому мы решили сегодня провести не просто день счастья, а ярмарку счастья. Пригласить гостей, поздравить друг друга, чтобы у всех осталось хорошее впечатление о детском саде. Все ушли отсюда с улыбками, с подарками. Теперь педагоги вместе с воспитанниками готовятся к главному событию года – 70-летию Великой Победы. В планах – встреча с ветеранами войны и подготовка концерта. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.